Вот, это наш блистательный выход сейчас. И еще раз снимаем это видео. У нас сегодня очень классный модный фэшн-челлендж. Значит, мы снимаем видео, которое нам докажет, что классно можно выглядеть даже в одинаковых вещах, когда тебе 25 и когда тебе 44. И я позвала сегодня своих классных подружек-моделей. Это Лена. И наш первый образ. Лена, покажи. Это вот такие вот ультрамодные спортивные брюки. Это футболка. На месте футболки... На месте футболки может быть и рубашка, может быть и свитшот. В данном случае это футболка и, например, вот такое вот пальто. Ну, тут, конечно, немного перебор, что лампасы, но представьте, если бы это было классическое пальто, то я считаю, это было бы очень круто. И этот комплект одинаково классный и Лене, и мне. Спасибо большое. Проходите. Вот, а теперь мы снимем вам, как мы будем красиво ходить. Пойдем, Лена. Это вот такое вот женственное платье в стиле 70-х. И такое платье можно сочетать с абсолютно любыми лодочками, например, такими яркими или, например, такими классическими. И добавить какую-нибудь классную сумочку или шарфик, и тоже будет очень классный, интересный образ. Как вам? Как вам, Катя? Модные брюки, которые завязываются на бантик, и сверху, да, проходите, пожалуйста, и сверху это лаконичная блуза. Спасибо. Такая вот с красивыми рукавами, опять же из 70-х, из богемного стиля, рукава очень красивые, и мы сочетали вместе с классическими лодочками. Вот, Катя, как ты себя чувствуешь в таком комплекте? Мне все очень понравилось, мне нравится, что и ярко, и современно, и удобно. Yeah.